Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом видео я расскажу вам о лучших поворотных камерах видеонаблюдения, которые поддерживают режим ночного видения и имеют ряд других интересных особенностей. Будет интересно, поэтому смотрите видео до конца, а если оно вам понравится, то не забудьте поставить лайк. Также хочу сказать, что в описании я оставлю ссылки на специализированные сайты, где вы сможете узнать актуальные цены на эти камеры. Итак, не будем тратить время понапрасну, устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Открывает наш топ EasyWiz C8PF. Это уличная Wi-Fi камера с двумя объективами и панорамным обзором на 360 градусов, которая может вести съемку в Full HD и обеспечивающая в темное время суток хорошую видимость на дистанции до 30 метров. Среди особенностей той камеры стоит отметить возможность многократного зума, что позволит просматривать заинтересовавшие вас изображения в кадре крупным планом без потери качества. А еще эта камера поддерживает беспроводное соединение и умеет распознавать людей в кадре. Как только человек попадет в установленную зону обнаружения, устройство оповещает об этом владельца, отправляя уведомления на смартфон. Помимо этого, данная камера может похвастаться наличием микрофона и динамика, поэтому вы сможете общаться с теми, кто находится рядом с камерой. Также стоит отметить, что данный девайс имеет прочный корпус и не боится дождя и снега. В общем, как по мне, это отличная камера уличного видеонаблюдения. А что думаете о ней вы? Напишите свое мнение в комментариях. Следующая героиня нашего топа – Vistarcam C8865X5. Она примечательна съемкой в Full HD разрешении и ночным режимом, обеспечивающим хорошую видимость на расстоянии до 20 метров. А еще благодаря широкому углу обзора объектива, возможности наклона на 95 градусов и поворота почти на 360 градусов, такая камера обеспечит своим владельцам отличный обзор обстановки в том месте, где будет установлена. Из других ее особенностей стоит отметить пятикратный оптический зум, обеспечивающий четкое изображение без потери качества при приближении картинки. Также стоит отметить, что камера поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и обеспечивает двухстороннюю связь, позволяя общаться с теми, кто попал в зону ее работы. Ну а благодаря прочному корпусу, защищенному от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP66, такая камера отлично подходит для уличной эксплуатации и может спокойно работать даже в непогоду. Продолжает наш топ HiWatch DS1253MB. Эта камера может вести видеосъемку в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. И может похвастаться поддержкой технологии DWDR, а также инфракрасным фильтром, которые обеспечивают хорошее качество съемки в темное время суток. Кроме того, ее конструкция предусматривает поворот и вращение на 360 градусов, а также наклон от 0 до 75 градусов, что обеспечивает широкий обзор такой камере. Из других ее особенностей я бы отметил фильтрацию шумов окружающей среды, одновременную поддержку до 32 пользователей с разным уровнем доступа, а также широкий выбор настроек изображения и несколько режимов работы, которые могут переключаться по расписанию или автоматически в зависимости от времени суток. Помимо этого, камера может похвастаться встроенным микрофоном и функцией обнаружения. А еще она прекрасно работает даже при низких температурах, вплоть до минус 40 градусов по Цельсию. В общем, отличная камера, широкий функционал и возможности, которые по достоинству оценят многие пользователи. Напомню, что узнать актуальные цены на нее вы можете в интернет-магазинах, ссылки на которые я оставил в описании. Далее в нашем топе идет камера EasyWiz C8C. Она обеспечивает четкое изображение в Full HD качестве и предусматривает вращение почти на 360 градусов и широкий диапазон угла наклона объектива, обеспечивая тем самым хороший обзор местности. Кроме того, она хорошо снимает в темноте и обеспечивает хороший обзор на расстоянии до 30 метров. Плюс к этому в камере предусмотрены режимы как цветной, так и черно-белой ночной съемки. А еще имеет режим активной защиты, который включает яркий прожектор в случае обнаружения движений в кадре. Также стоит отметить, что в этой камере предусмотрен микрофон с шумоподавлением. Поэтому вы сможете отчетливо слышать все, что происходит рядом с ней. Ну а благодаря прочному пыли и влагозащищенному корпусу такая камера отлично подойдет для уличной эксплуатации и сможет спокойно работать даже в условиях суровых зим при температуре до минус 30 градусов по Цельсию.
Следующая героиня нашего топа – уличная камера видеонаблюдения TP-Link VG-C400HP. Ее 3-мегапиксельный объектив ведет съемку в Full HD и позволяет разглядеть самые мелкие детали изображения. А умная инфракрасная подсветка помогает разглядеть объекты в ночное время. Также стоит отметить, что в этой камере есть поддержка широкого динамического диапазона, который позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком темными областями. А еще в ней есть цифровое шумоподавление, которое снижает зернистость изображения и повышает четкость видео. Из других особенностей этой камеры стоит отметить функции обнаружения движения и пересечения линий, отправку уведомлений на смартфон владельца и широкий диапазон регулировки углов вращения и наклона, что обеспечивает полный обзор за местностью. В общем, вполне себе достойный вариант для покупки, который сможет удовлетворить запросы многих покупателей. Продолжает наш топ HiWatch DS-T500C. Она может похвастаться 5-мегапиксельным объективом, который обеспечивает съемку в высоком разрешении 2560 на 1944 пикселя. Так что с такой камерой вам будет гарантировано четкое изображение, в том числе и в темное время суток. Ведь в этой камере используется интеллектуальная инфракрасная подсветка с дальностью до 30 метров. Из других особенностей этой камеры стоит отметить возможность поворота и вращения на 360 градусов, что обеспечивает полный обзор местности вокруг нее. Также стоит отметить поддержку технологии WDR, улучшающей качество картинки, несколько режимов работы, настройки яркости, контрастности. А еще она имеет влагонепроницаемый корпус, соответствующий стандарту IP67, и рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, так что ей не страшны ни жаркое лето, ни суровая зима, ни осадки. Завершает наш топ Rhythmix IPC270S. Она имеет 2-мегапиксельную матрицу, записывает видео в Full HD разрешении и может похвастаться несколькими режимами съемки. Дневная без подсветки, черно-белое ночное видео с инфракрасной подсветкой и цветное ночное видео с белой светодиодной подсветкой. А еще камера сама переключается между режимами в зависимости от времени суток. Из других ее особенностей стоит отметить 2 поворотные антенны для уверенного приема сигнала от Wi-Fi роутера. Помимо этого, у нее есть поддержка режима двусторонней аудиосвязи. Для этого камера имеет встроенный микрофон и динамик, а еще в ней предусмотрен режим обнаружения движения, а также настраиваемая отправка пуш-сообщения на смартфон. Также стоит отметить, что владельцы такой камеры имеют возможность получить доступ к удобному сервису для просмотра видеотрансляций в режиме реального времени, а также управления поворотом камеры. В общем, как по мне, это отличная камера, которую можно будет использовать для наблюдения за домом, подъездом, дачей, гаражом, придомовой территорией и другими объектами. Ну а узнать ее стоимость, как я уже говорил, вы можете на сайтах, ссылки на которые оставлены в описании. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравился данный топ, а также напишите в комментариях, какую из камер видеонаблюдения вы бы купили себе. Ну и конечно, не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».